недавно, друзья, я вам показывал BMW X3. Сегодня пришло время BMW X4, купе-кроссовер от BMW. Тот же самый двигатель, 2 литра дизель, полный привод, только исполнение, друзья, уже M-Sport. Купе-кроссоверы набирают популярность, что у Mercedes, что у BMW. И даже, например, можно сюда отнести, наверное, какую-нибудь Renault Arkana. Поедет данная машина в Новосибирск, 32 тысячи пробег, 2019 год, полный привод, дизель 2 литра, X-Drive 20D. Смотрим, как всегда, что у нас по низу, и все более чем нормально, претензий, каких-то моментов здесь нет, красивое литье. Очень нравится мне, кстати, BMW литье, особенно вот M. Просто классно. 245/50 на 19 размерность. Летняя резина. BMW Adaptive LED, конечно. Очень похожие автомобили, что X3, что X4. Особенно по внутрянке. Такая же панорамная крыша, такая же архитектура салона. Туманки. Камера нос одна, она только сзади. Крыша, пожалуйста, панорамная. Sleeping Zone. И вот салон. Коричневая кожа. В прошлый раз у нас была, друзья, в X3. Темная, насколько я помню. Электрорегулировки. Все очень похоже. Приборка, мультимедиа. Аналогично. Пожалуйста, еще раз шильдик. 19 год выпуска. M-Sport. По цене напишу в видео. Нету шторочки, кстати говоря. Ну и задний ряд. Воздуховоды, подогревы, USB Type-C. И давайте посмотрим багажник. Он должен быть по ощущениям больше, чем в X3. Открывается вот так. Хотя нет, первое впечатление, вот он такой же. Плюс-минус тех же размеров багажник, что и на X3. В литрах я, друзья, вам информацию сейчас не буду предоставлять. Кто захочет, почитает об этом сам. Такая вот полочка. Интересно, все это дело на закрывается. Место пассажира. Рулевое колесо M-серии, ключ, пожалуйста, селектор, управление мультимедией, климат, мультимедиа на английском языке, статус автомобиля, все в порядке, и давление, и колеса, и давление, и уровень масла, управление, как всегда, здесь светом у нас. Пробег. Ну и, друзья, давайте посмотрим подлокотник. Еще один ход USB Type-C. Режим езды, подогрев, круиз. В общем, ничего сверхъестественного. Ну и давайте сядем назад. Зона подружки у нас, кстати, в пленке. Сядем назад. Так, ну а теперь я не повторю старых ошибок и сделаю вот так, чтобы смог я безболезненно выйти. Сидеть так же, как и вы, кстати, очень удобно. В общем, машины, друзья, очень похожие по эргономике. Крыша только, по-моему, на X3 дальше уходит, панорамная. А так, место что в коленях, что над головой, вполне достаточно. С моим ростом размещаться можно удобно, комфортно. Еще вот что мне из интересного, это, конечно, вот эти пластиковые накладки. Вот здесь всякие вот такие вот формы. Ну, вообще кузов, вот видите, весь он имеет аэродинамические формы. Очень красивый кузов. В общем, впечатление об автомобиле положительное. Автомобиль интересный, друзья. Ну, то скорее вы можете совершенно спокойно такой автомобиль привезти с помощью нашей компании. Все контакты будут в описании. Обращайтесь, привезем, почитаем. Все, что вам нужно из Японии, Кореи, США.